Друзья, всем привет! Сегодня мы занимаемся Тойотой. Мойка, полировка. Такое приближенное к детейлингу. Очистка. Почему приближенное? Потому что не весь полноценный набор химии у меня есть, но уже достаточно для того, чтобы можно было хорошо, качественно делать. Также корректировка вот таких вот мест. Раз, два, три. И по торцам. И начинаем с того, что машина помыта. Два раза с шампунем. Проходим сейчас по таким вот местам. Это заборная краска. Рядом красился забор. Ее очищать будем глиной. Потому что растворить, в принципе, можно растиком, но попробуем, вот этот кусочек глины очистил, довольно-таки хорошо идет. Специальная жижа, лубрикант для хорошего скольжения. И заодно, кроме этих точек, то есть проходим по всей машине, убираем налет. Глина так деликатненько работает, как красочная не вредит и забирает на себя весь мусор. То есть за глину так хорошо цепляется, она прям слышно. Очистилась. Есть также, ну не то чтобы вместо глины, а составы, инструмент точнее, который заменяет глину, это перчатки, которые также собирают на себя, забирают и вычищают грязь лакокрасочную. Не быстро, конечно, но уходит. Наверное, на бампере растворителем буду смывать. Потому что там очень много. Багажник, чтобы не портить. Это прям таким методом. Также глинкой пройду всю машину. Она хоть и не ушатанная, но все равно. Где-то есть какая-то точка от дерева. Где-то какое-то загрязнение, которое подлипло. И чтобы его не вполировывать, только глина нам поможет. Наждак тут не нужен на этом автомобиле. Он не настолько ушатанный, чтобы была необходимость наждаком работать. Но тем не менее, даже под наждак, чтобы наждак не умирал и не убивать его на вот этих загрязнениях, всегда рекомендуют проходить глины. Я уже две машины сделал с глины. Реально гораздо удобнее и лучший результат получается. Машина почищена. Вот во что превращается глина. Это битум. Хотя его на машине не было, но в низах прям чувствуешь, как он работает. Теперь еще раз мойка с шампунем, сушка и уже полировка. Так, я тут уже приступил к корректировке. То есть вот так вот с метра даже и не видно, если честно. Это пока что без лака. Я смешал во второй слой чуть-чуть, буквально пару капель первого, растер. Так лучше получается сразу. Потому что рисовать это мой угол попробовал одним заходом, потом другим заходом. Оно просвечивается, в итоге я смыл все и намешал себе именно так, как, ну, так, как увидел. Это у нас игла для чистки сырин. Эх, не фокусируется. Ну, короче, это, грубо говоря, игла. Не за один заход это будет все делаться, потому что нормально она не укроет с первого прохода. Но надо еще рассчитывать на то, что тут будет лак. То есть тут сейчас база в чистом виде, так как она есть, ну, разве что подкорректированная первым слоем. Цвет в любом случае будет слегка выпадать, потому что зерно, которое распыляется, ну, кистью положить невозможно, только распылением. А тут распылять
слишком неправильная форма у повреждения, и заклеиться не получится тут. Продолжаем. Два слоя краски нанесено. Наносить старался так, чтобы за края не попадало ничего, не выступало. Потому что форма такая, что тут сейчас не обрежешь ничего. Теперь развел лак. Сейчас пойду покажу, какой это макситоновский лак. Не помню сейчас, номер глянем. Мне чем он нравится, он быстрый, за 40 минут сушка под полировку, естественная. И он полностью прозрачный. Это один из немногих лаков быстрых, которые полностью прозрачны. И плюсом еще он по цене как бы доступный. Лачусь мягкой нитью, беру ее, у меня есть там специально обученная метла, с которой я отрезаю такие штуки. Это самый удобный вариант, то есть ни кисточкой, ничем, чисто толстая, жесткая, жесткая, то есть условно жесткая, она как бы прогинается. И толщина ее, не знаю, где-то там 0,4-0,5 миллиметра. Не совсем удобно и работать, и снимать, но принцип такой. Набираем. Соберись, тряпка. Не хочет она вам показывать, как набираем. Примерно вот такую капушку. Здесь места много, поэтому примерно такую. Капаем ее желательно в центр повреждения. И теперь аккуратненько все это дело разгоняем. Не стараемся закрыть все с одного захода лака. Просто может не получиться. Лучше оставить еще на один проходик. Но у вас ничего никуда не стечет. А так, если тут снизу наберется капелька, это такое. Все равно стачивать тут никто ничего не будет, прям так, чтобы выпиливать наждаком, я имею в виду. А когда вы заполируете все это дело, это будет смотреться не сильно красиво. Она все равно, сука, сейчас потекла. Ее надо отсюда растянуть. Подтыкаем под каждый уголок царапины. Опять же, стараясь не вылазить на поверхность, которая не повреждена. Ни лак, ни база я ничем не разбавлял в плане разбавителей. Мне нужно максимально густое, чтобы не стекало. И слой получить за один проход по максимуму наполненный. Потому что разбавленную базу наносить таким методом — это абсурд. Можно тут 5-6 слоев намазывать будет. Лачок, вот он, 38-00, очень-очень быстрый, который, он у меня нужен реально вот на какие-то, кстати, на нем очень хорошо переходы получаются, когда локально нужно сделать, вот проверено. А в остальном, все остальные лаки есть Ади быстрый, но он желтит, то есть целиком элементы надо только дубасить, и Леклер есть, а Аэртеч быстрый, но это я держу для фар. У него как бы цена дороговаста для того, чтобы просто так куда-то капать, лить. То есть для оптики он. Так, все, машина отполирована. Подготавливается на сухую. Сейчас обезжирим. Еще пройдем кое-где, прокорректируем. Тут есть такие места, как вот. Цяточка такая. Но это уже чисто
база, я ее смешаю, отвердитель и лак по 10% в базу. И пройдем, докорректируем. То есть то, что не было видно сразу. Так, в принципе, по машине все сделано. Цвет попали довольно-таки удачно. Здесь, ну тут вмятина палит, ну по крайней мере все в одном цвете. Здесь тоже, в принципе, беспроблемно. Ну и тут. Глубокие царапины, конечно, остаются. То есть они блестят, но они остаются. А подготавливаем все, выдуваем на сухую, так гораздо удобнее и получается в итоге быстрее. Вроде сама продувка дольше, чем помыть, почистить, подлезть, но по факту быстрее, ничего не надо сушить потом. То есть мы все пообдували, три раза прошли, просмотрели, обезжирили и готовы в керамику. Но это будет делаться так, сейчас на ночь это обезжирится, пройдется, еще протыкается, где там что пропустили. А с утра еще раз обдуется, протрется уже чистыми салфетками. И готово в керамику. После обезжиривания, вчера обезжирили все водно-спиртовой, а сегодня еще раз протерли чистыми фибрами, их уже убираем, они для керамики уже не чистые. Берем монокоут от Everglass, это самое простое у них, что есть по составу. Чистый свежий аппликатор, мочим хорошо аппликатор, то есть первое промачивание обильное, а потом дальше только добавлять. И начинаем. Начнем с крыла. Как бы не суть важно, с чего начинаем, главное последовательно все проходить. Температура сейчас вполне комфортная для нанесения, то есть можно спокойно дверь целиком проходить, капот на две половины делить, крышу на четыре части, то есть очень удобно, времени недостаточно. Частично фару взял. Обязательно чистая свежая фибра. И смотри, Леш, ты сейчас растираешь, ты сейчас будешь растирать и наносить друг за другом, как эти перерывы пойдем. Растираешь до полной прозрачности. И очень важно, вот так вот тряпку не останавливай. Как только остановил, видишь, какие прям следят тряпки. Угу. То есть если и отрывать. А это не страшно, то есть они растираются. Если отрываешь тряпку, отрывать ее вот так. Плавно. Ну, как бы да, снимаешь плавно. И тогда никаких следов не остается. И кругами, то есть чтобы не было вот такого вот, угу. Вот таких вот остаются следы. Кругами все закончили, убрал тряпочку. Все идеально. Потом, после того, как нанесем всю машину, берем чистую. И проходим где-то там, знаешь, в углу, под ручкой, ну оно будет видно. То есть у этого состава время работы реально было. Ты подошел через полчаса, еще что-то увидел, взял, растер. Если не растирается, уж высохло, взял опять в состав, намочил именно в этом месте, размазал его и дотер. То есть это состав друг на друга, можно носить 2-3 слоя, не важно. Очень удобно. Держи. То есть он реально простой, работа нанесения. И проблем с ним никаких. Сейчас уходим стоечка чуть-чуть частично, и я пошел крышу делать, и ты за мной идешь протирать, потом поменяемся. Эффектик набирается сразу так, серьезненько. То есть, казалось бы, вроде бы, да, ничего сильно не сделали, а вот тот же отполированный элемент, а вот уже отполированный, нанесенный стеклышком. На улице, выгоним пока, сегодня солнечно, посмотрим ее еще на улице, будет очень такой сочный, прям глубокий эффект появляться.
Все, закончили машину. Я, как обычно, выгоняю, протираю под капотом, чтобы было чисто, красиво. Ну, потому что все равно так или иначе пыльно. Уже малость припылился автомобиль. Но все равно, по факту, что мы видим? То, что закорректированные участки, в принципе, кроме как вмятинки, в глаза не бросаются. Белого ничего на автомобиле нету, того, что было по шорканам. Блеск и зерно появилось такое насыщенное, симпатичное. И самое главное, что гидрофоб. Будет гидрофоб, моек так 15-20 примерно. Это, тем более в зиму, это сохранит состояние порогов, низов дверей в нормальном состоянии, то есть вода с них будет стекать быстро и хорошо. По времени у нас на эту машину ушло 2 дня. Первый день — это мойка, очистка, мех и корректировка. Второй день — это дополировка, обработка, контрольный проход, оттирка, очистка. И все, собственно, осталось повесить номера, и автомобиль готов. По затратам жидкого стекла Эверглаз уходит примерно 20 мл, 18-20 мл на один проход автомобиля. Можно это стекло наносить в 2 слоя, можно в 3 слоя, но тогда особо смысла именно этим стеклом работать не вижу. Стоит взять уже что-либо подороже, если планируете делать несколько этапов обработку. Этим стеклышком закатывается все. Пластик, фары, губы в бамперах. То есть все, что пластиковое, можно им закатывать. Вот эти вот уголочки, я их начернил, прошел. То есть вообще неприхотливое в использовании средства, мне очень нравится. И своих денег стоит, поэтому рекомендую. Все, на этом автомобиль закончен. Если есть вопросы, в комментарии. Я желаю всем удачи. Пока.